Як каже Путін, історія все розставить на свої міста. Розставить на свої міста. Ми мішати не будемо, но свою не віддадим. Вот что все должны понять. И в Украине, те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в Соединенных Штатах. Хотят договариваться, пусть договариваются. Но только исходя, мы будем делать, исходя это из наших интересов. А хто хоче домовлятися? Я перепрошую, просто якось ми втратили нитку цієї розмови. Захочете домовлятися, то ви нам десь напишіть. Десь в Аську. У вас же ж, напевно, більше нічого не працює, та? Там ні WhatsApp-и, ні Telegram-и, ні інші месенджери. Вконтакті ми не користуємося. Ну, то в Аську нам там. Черканіте? О-оу. Вам понятно, там народное население бьется, я имею в виду и украинское, и американское, и европейское. Все еще не догадались, что они проиграли. Ну, то есть к ним приходит некоторое понимание. Ну, как же тут догадаешься, если вы постоянно контратступаете? Падение интереса, не означает проигрыш или победу. Проигрыш или победу, соответственно, означает себе захват конкретных определенных территорий. Не захват, возвращение двух сторон. Освобождение, да? Показать вам, как выглядят освобожденные территории Бахмута, Авдеевки? Ну, я думаю, что вы и так знаете. Возвращение. Вопрос в другом заключается. В том, они захватывают, мы освобождаем. Ну, как в детском саду. В детском саду. Все уже знают. Ну, все уже знают. Ну, что вы... Методички все нарушаете. Выведем вас сейчас из зала. Надеюсь, в детском саду так не происходит. Вот такая вот риторика. Цікаво, чи побачимо ми цього персонажа ще на екранах «Росії-1», як і цього. Когда же они в прошлом году вели себя потише, вербально, так, с точки зрения информационной, у них как раз вот наступление в Харьковской области и то, в том, что касается их возвращения в Херсон, остров Змеиный, это у них получилось. Они могут, если они будут учиться на своих ошибках, а обычно любые вооруженные силы, во время, особенно тут, военных конфликтов, они учатся на своих ошибках. Маленькое замечание сделаю, там Харьковская область, там Купинск, вот все это одна, а Херсон и остров Змеиный мы просто оставили. Ну оставили же Херсон. Просто оставили, почему? Вот так вот одного дня прокинулись и такие, ну, наверное, надо оставлять. Так у нас же в Конституції записано, ну, надо оставлять. Розвернулись і пішли. Скабєєва святкує перемогу, цей каже про те, що, ну, просто оставили. Було определенне понимание со стороны наших военных того, что происходит. И вот что, мы не в бою их потеряли. Я вот как это? Они обстреливали, что значит не в бою? Это же не то, что Россия просто решила оставить один из городов, который она считает... Это была не как раз понимание украинской операции. Это были превентивные меры нашего командования, чтобы не оказаться... Это были превентивные меры оставить территории. А можете так превентивно оставить Донецку, Луганську и Крым, будь ласка? Просто превентивно. На потом. Просто превентивно. На том берегу, на они правом, не оказаться несколько... на том берегу. Вы вспомните, как Суровикин докладывал Шойгу по Херсону. Да. Да, мы принимаем такое решение. Непростые решения. Да, Украина постоянно обстреливала Херсон. Из-за этого да, Россия пришла туда. Все, Виктор, вы, иногда вы... Из-за вы, этого, Виктор, давайте мы хотим... Вы хотите сказать, что Россия просто решила уйти из Херсона без каких-то... Нет, мы не хотим так сказать, Виктор Ильич. Можно альтернативу. Опять же, предпосылку, Украина обстреливала Херсон, и поэтому мы из Херсона ушли, это неправильная логическая предпосылка. В любом случае, мы вышли из Херсона. Чтобы там не завязнуть в обороне. Мы вышли из Херсона, чтобы там не завязнуть в обороне. Но вышли превентивно. А така, якщо не було жодних причин для того, щоб виходити, то тоді логічно, для чого були превентивні міри. Та, от інколи так буває, коли дискусії заходять в тупий куточок. Ну, власне, так, як і вони. Там написано шоу «Місто встречі». Я думаю, що, в принципі, його давно вже можна перейменувати як «Тупой» і «Ще тупіє». І, в принципі, ну, щоб відразу всім було зрозуміло, про що буде йтися на тій самій медійній площадці. Вот. Ну і на завершення пропоную ще одну ісконно-історичну
речь. Мне тоже объясняли. Объяснение было такое. Это наша земля. Она полита русской кровью. Я говорю, послушай, ну да. И татарской кровью она полита. И древнегреческой кровью она полита. И что? Сейчас греки, как наследники Древней Греции, заявят претензии на основе золотого руна. Но это же можно договориться до черт знает чего. Поэтому в политике между странами существуют формы соглашений. И если ты что-то подписал, ты за это отвечаешь. Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Крым не является никакой спорной территорией. Тебя за это выбрали, чтобы ты подписал от имени страны какое-то обязательство, и ты его подписываешь. Что ж ты его нарушаешь тогда? Если тебе кажется, что несправедливо, давайте разговаривать. Давайте собираться, обсуждать, приводить аргументы. Аргументов немає, это превентивно. Це всі аргументи, які є на території Росії. Ну, власне, як то кажуть, на всяк випадок. Мало ли що. І от я зайшла на ринок і увидела вот это. Колбаса украинская. Я подумала, может, она украинская, потому что из этих коров. Но знаете, что меня поразило в этой колбасе украинской? Никто ведь морду никому не бьет на этом рынке. А если бы и стали бить, то только за ценник. Ценник, конечно, немыслимый. Но, тем не менее, никого вообще не смущает эта колбаса украинская. Я специально постояла там, понаблюдала, пока было немножко времени. Абсолютно не смущает. Вы представьте себе только на секундочку, что было бы, если бы в центре Киева, на хорошем рынке... Продавали красивую помаду? Перепрошую, просто не можу відвести очей. Вернемся к ценнику. Тому що так чи інакше життя на Росії повертає до величезних цін і до обніщання народу населення. Неважливо, як називається ковбаса на вашому ринку. Нам, чесно, все одно. Їжте хоч хляки. Нам, знаєте, немає до того діла. А от те, що цінник росте, значить, економіка провалюється, значить, грошей не вистачає, значить, не вистачає грошей для народу населення. Навряд чи холодильник колись там переможе телевізор, але є надія, що голодні не підуть воювати, сил не вистачить. Тому сподіваємося, що це початок великого кінця великої території Росії.